Уважаемые сограждане, позиция нашей партии заключается в том, что мы не можем больше ждать. Мы не можем бесконечно ждать и наблюдать бессмысленную борьбу с режимом Плохотнюка без всякого результата. Мы должны победить этот режим. 30 октября 2016 года, когда пройдут выборы президента, мы призываем вас всех к мирному восстанию. Мы не призываем вас брать вилы и идти к парламенту протестовать. Мы призываем вас пойти на избирательные участки и совершить этот переворот, это восстание путем поддержки указа номер один кандидата нашей партии на пост президента, указа о распуске парламента и о назначении даты досрочных выборов. Только таким способом мы сможем избавиться от режима Плохотнюка.